Ничего. Сильвия в кадр не попадала. Кто обычно попадает, это... Я даже сам не видел. Богатырь. Вот эту козу мы тоже продаем. Ее зовут Серга. Дает 2 литра где-то. Паш, ну куда ты вот тащишь, Паш? Он меня сейчас столкнет. Паш, больно ему, не надо. А? Туда, примерно. Угу. Опа, что там все равно ничего нет. Это не я. Это вот наш овраг. Маленький кусочек. Только виден в камере. Мусора здесь очень много.
Смотрите, сколько здесь мусора. Вот неужели людям тяжело выкинуть мусор в положенное место, а не тут? Вот эту козу мы тоже продаем. Дэша ее зовут. Ей, по-моему, 4 года. 3 козленка будет. Да, дает 3 козлят за раз. И бутылки здесь бьют. Вот. Тут разбил бутылку. И так много. Стекол здесь.
Брат веселится. Это другая. Другая. Прилег полежать. Да. Ты что, богатый? Ладно, усилий. Не буду. А что усилий? Нет, Паш. Там ведь козлец уже скоро будет. Нет, а кур больше не снизу. Такая мягкая собака. Какой коврик хороший будет? Ну, с головой не пойдем.
это. Мне платок тебе надо найти. Еще об ноги вытирай. Будь здорова. Кто-то идет. Кто-то идет. Угу. Пусть Жора встанет там. Жора. Жор. А, все уже, в другое место пошло. Все. Чего? Мусора еще больше стало. Да, мусора очень много. Смотрите, сколько здесь мусора. Тут бутылка. Тут бутылка. Тут бутылка. Не знаю, как баночка с метой. И тут банк. Хоть мы недавно тут убирали. Тут банки. Вот помятые банки. И вот, еще и там дальше. А мы хоть недавно тут убирали. Что это такое вообще? Мусорит.
Что ты не упал? Тут вот бревно лежит. А я его не заметил. Чуть ли не упал. Дай ему покушать нормально. Нет. Не уберу. Дай ему покушать нормально. Ах ты засранец, да? Чё? Да Пашка, конечно, ты пристанешь. Можешь, Жорик, телефон забрать? Жор, за глаза нужно беречь. Паш, да не лезь ты к Явке, Паш. Пусть покушает. Субтитры сделал DimaTorzok.
Ребята хотят одну козу поймать. Вот и бегают за ней. А коза постоянно их обхитривает. Или она пройдет там, где ребята не смогут быстро пройти. Не могут поймать козу. Вот коза быстро побежала, а он пока нагнется, пока разогнется.
Коза поняла, что им нельзя в руки даваться, вот она и убегает от них. Они думают, я лучше травки пожую, чем буду рядом с ними. Подписывайтесь и ставьте лайки.